Мир ворогам! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Це Україна! Це Україна! Иван Миллет, Ватан Хырым! Ватан Хырым! Иван Миллет, Ватан Хырым! Иван Миллет, Ватан Хырым! Иман Миллет, Ватан Хырым! Иман Миллет, Ватан Хырым! Ля Илля Илла! Мухаммад Расулла! Эрла в Украине, ни слава, ни воля, членам братья Украины. Ты сейчас видишь, как они поют гимн? Видишь, как они поют? Усмехнется доля, скинуть наши вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Україна! Україна! Слава Україні! Героям слава! Крим – це Україна! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Свобода! Что вы будете детям своим рассказывать? Что вы будете говорить своим детям, внукам? Это ваша родина? Военная база! Превратили эту страну в военную базу! История, она все поворачивает вспять! Вам все это обернется! А мы с тобой вместе когда-то в Севастополе лодки сносили, помнишь? Как фамилия его? Веселовск? Веселовск. Бойцом за Украину, серьезно. А теперь пидор. Забыл, да? Быстро переформатируется, да, человек? А сколько денег? Да чуть-чуть осталось. Как пидор вообще? Чуть-чуть. А вам, хлопцы, на чужбине? Как на чужбине? Нормально? В оккупантах могил не бывает. Вас закатуют за то, что вы все это делали. Они же, не мы, они. За то, что вы это, чтобы никто правды не рассказал. Вы что, не понимаете этого? Приказ выполнять. Я тоже офицер. И такие офицеры моего возраста с той стороны, на которых Советский Союз тратил деньги, сегодня предают все идеалы офицера. И честь офицерскую. Потому что нельзя идти брат на брата. Вы всю жизнь говорили, что мы братья ваши, братья, сестры. Где? Кто? Как вы можете так делать? Как поступить? Если у вас, ты красавец. Это его поза любимая. Вы ж с колен вроде встали. Чего ты раком стал? Раком за колючкой. Судьба твоя такая. Выплет раком за колючкой.
Александр Петрович. Видите, пожалуйста, этого приспекающего, как он подпролочил. Ну да, за колючкой раком. Украинец. Вступайте такого полного. Говорите, вот, ничего. На ночь будешь слушать, ага. Оно помогает пищеварению. Можешь Шарьем видео поделиться, он недавно со мной там. Ты не любишь, я знаю, как же монетизировать. Хлопцы, вас используют все. Вы, безусловно, выполняете команду. Не, вы тоже вот офицер, улыбаетесь. Вам смешно весело. Только что вы своим детям и внукам будете говорить, как вы смеялись в 21-м столетии. Как вы смеялись на чужой земле. Мы свободные люди, а вы там за гратами сидите. Сидите. Сейчас хорошая. Сидите так, как я стою. Подивіться на природу. Не можете? Тому що ми вільний народ. А ви постійно будете на колінах. Подымаем. Ще не вмерло в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Дозвольте, я тут в притул до ворога назву прізвища героїв України, прізвище героїв Криму, якими пишається Україна. Щоб вони почули, хто ту землю відстояв у 44-му, 42-му, 45-му. Хто цю землю відстояв? Почуйте нас! Олександр Степанович, ти не до них, ти давай скажи на камери. Що прямо ефір. Етим шльоміках їм. Герої кримські татари, якими пишається уся Україна, які надають приклад майбутній нашої нової сучасної державі. Амітхан Султан, Абдураїм Рашидов, Абдуль Тайфук, Абдураманов Узаїр Абдураманович, Сейд Нафе, Сейд Віліїв, Ібраїм Білялович, Беркутов, Абілялов Анатолій, Абілович, Чалбаш Емір Усєйн, Умер Акмала Адаманов, Сеїд Небі Абдураманов, Насібула Віліляєв, Бакі Сеттаров, Абдула Умеров, Афузов Сабрі Аметович, Яша син Хрим Татарлар. Слава героям, які відстоювали Автономну Республіку Крим, українську територію! Героям слава! Та слава Україні!